Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Многие из вас были на наших семинарах по трюкам и поддержкам, где мы объясняли принципы, как делать эти трюки, чтобы они получались легко, красиво, удобно, и какие упражнения нужны для того, чтобы отрабатывать это. Но в последнее время все больше и больше людей хотят получить упражнения для самостоятельной отработки дома, для того, чтобы потом можно было делать сложные трюки из интернета легче. Вообще, почему люди так интересуются трюками? Ну, потому что это наиболее простая и понятная часть танца непрофессиональному танцору, не судье. Обычному зрителю. Это как красивая картинка. Поднял партнершу на одной руке, бросил ее куда-нибудь вниз винтом. Вах! Все глаза открыли, судьи поставили лишний крестик. Поэтому трюки действительно пользуются большой популярностью. И, наверное, все трюки можно разделить на 3-4 большие группы. Это недоговорные, где партнер не поднимает партнершу выше своего туловища, где идет процентное соотношение работы в режиме 100-0, то есть практически все делает партнер. Это договорные простые, где партнер поднимает партнершу на уровень не выше своих плеч, и от нее требуется небольшое вспомогательное движение, то есть либо растянуться, либо наоборот сложиться. Процентное соотношение работы партнеров в таких трюках примерно 70-30, то есть 70% большую часть делает партнер, 30% делает партнерша. И трюки договорные сложные, где партнер поднимает партнершу наверх на одной руке, либо он делает какое-то сложное вращательное движение с ней, где процент работы партнеров идет 50 на 50. То есть они оба равноправные участники этого процесса. Здесь есть ограничение по весу. То есть обычно в таких трюках все-таки вес партнерши, работающей наверху, не должен превышать 55 килограмм. 55 – это потолок. Лучше 50, еще лучше 45. Можно выделить еще одну группу. Это профессиональные цирковые трюки. Но для этих трюков, именно трюками, нужно заниматься много лет. Для этого должна быть какая-то акробатическая, либо цирковая подготовка. И эти трюки не стоит делать в рамках социальных танцев, будь то сальса, хастл, потому что они связаны с риском для жизни. Это трюки цирка «Дю Солей» и вообще цирковые сложные вещи. Это отдельная группа. И вот сегодня я хочу показать те упражнения, которые можно делать по одному, и которые помогут вам для любых трюков из первых трех групп. Достаточно распространенное заблуждение о том, что сложные трюки требуют большой массы, большой физической силы партнера. Больше партнера. Но если партнер сильный и массивный, в принципе, это неплохо. Но это совершенно не обязательно для исполнения сложных трюков. Как раз для них нужно развитие особых мышц, мышц-стабилизаторов. Мышцы спины, пресса и сторон. Мышцы, удерживающие тело в пространстве. Как их развить? Нужно на коврике попринимать какие-то статические позы. Вот, например, лежа на животе. И удерживать их секунд по 30. Можно то же самое сделать на спине. Можно на боку. Желательно, чтобы у вас руки и ноги, те, которые находятся к коврику, не касались пола.
Можно сделать это в динамике. Сложиться к центру и прогнуться. Вот именно развитие мышц стабилизаторов даст вам возможность не расслабляться в каких-то трюках в среднем и верхнем уровне и быть все время в тонусе. Это гораздо важнее, чем большая физическая сила. Как я уже говорил, иметь большую физическую силу не обязательно. Очень важно, кроме развития мышц-стабилизаторов, понимание темпа. То есть совпадение усилий партнера и партнерши в момент времени и максимальное включение всех мышц вот в этот короткий момент времени. Для того, чтобы почувствовать тянущее и толкающее движение мышц, хотя для продвинутых пользователей интернета толкающих движений мышц не бывает, бывает только тянущие, но неважно. Есть два очень хороших тяжелоатлетических упражнения – рывок и толчок. Как это выглядит? Нужно взять какой-то вес и постараться его с пола поднять сразу же на прямые руки. То есть, хап! И затем можно довыпрямить ноги в колени. Либо взять этот вес себе на грудь и, используя ноги и корпус, вытолкнуть его и затем с ним встать. Вот это можно поделать в фитнес-центре, в тренажерном зале со штангой, с мешком, с гречкой, что сейчас актуально. Либо в таких лучших традициях кроссфита взять бочку, заполнить ее на 3/4 водой. И когда вы будете поднимать бочку, мало того, что вы будете использовать темп, у вас будут включаться мышцы-стабилизаторы, потому что удержать ее будет достаточно сложно. Итак, следующий навык, который нужно тренировать. А навыки надо тренировать и партнерам, и партнершам. Это развитие мышц ног и понимание, как перевести горизонтальную скорость в вертикальную. Потому что многие трюки делаются с разбега, либо с одного шага. Вообще, когда мы выполняем движение наверх, партнерша использует свои ноги, она выпрыгивает. Причем достаточно часто она выпрыгивает из низкого приседа. Поэтому просто повыталкиваться снизу вверх, повыбрасывать свой вес как можно выше, очень полезно. Можно для этого использовать стул, лучше какую-то более надежную опору, тумбу, поскольку я не знаю, как меня этот стул выдержит, и попробовать поперепрыгивать через, либо позапрыгивать на стул. Это что касается выпрыгивания, укрепления мышц ног. А теперь такой важный момент, как переведение скоростей. Когда вы разбегаетесь, у вас скорость горизонтальная. Вам ее нужно перевести в вертикальную. Поэтому вы должны помнить, что последний шаг у вас должен быть чуть больше. Дальше ноги сгибаются в коленях. И вот именно колени вам позволяют перевести скорость горизонтальную в вертикальную. Можно поделать это с одного шага, максимально выпрыгивая вверх и попытаться достать до какого-то воображаемого предмета. Допустим, до потолка. Очень полезно, особенно для партнерши, укрепление рук. Потому что все-таки девочки слабее партнеров, а во многих трюках им приходится упор делать на его плеча и включать свои мышцы. Упоры тренировать достаточно просто. Можно поделать упоры на полу, на предплечьях, на руках,
на одной руке, на одной руке, на одной ноге. То есть тут можно поизгаляться. По поводу растяжки, скажу честно, что для большинства трюков шпагат с прогибом не нужен. Большинство трюков среднего уровня можно делать, ну, практически не садясь до конца в шпагат. Для партнерши, конечно, неплохо, если она растянута, если у нее минусовой шпагат. Тогда движение будет выглядеть легче, красивее, амплитуднее. Но я бы сказал, что для трюков нужно ощущение растяжения всего корпуса, а не только растяжка ног. То есть вы должны почувствовать растяжение всего корпуса. От кончиков пальцев ног до кончиков пальцев руки. Вот это ощущение важнее для трюков. Также очень полезно поделать упражнения на баланс. На баланс упражнения достаточно простые. Та же ласточка, которую мы с вами делали с детства на согнутой ноге, либо на прямой ноге. Для каких-то таких более интересных, разнообразных ощущений можно поделать Т-позицию. То есть вы растягиваетесь от кончиков пальцев руки до кончиков пальцев ноги и удерживаете эту позу. И получается достаточно комбинированные упражнения, то есть и баланс, и растяжение, и включение мышц-стабилизаторов. Для партнера и для партнерши очень важно понимание, как поворачиваться на оси. То есть если партнер поворачивает партнершу, он должен правой или левой ногой не сходить с места, то есть держать ей точку, а второй ногой поворачиваться вокруг нее. Это первый принцип. Второй, он должен эту точку сохранять в своей голове, в своем взгляде. Потому что если с партнершей вы не будете это делать, вас будет носить по залу, трюк будет выглядеть очень нестабильно, некрасиво и травмоопасно, потому что просто вы можете с ней упасть. Если вы будете помнить про ось и про точку, тогда вам можно будет делать вращение, плюс в нем использовать какие-то смены позиций. Вот, собственно, это основные вещи, которые нужны для трюков и которые можно тренировать одному. Укрепление и развитие мышц кора, просто развитие мышц рук, мышц ног, прыгучесть, баланс, вращение. То есть, в принципе, это навыки хорошего УФП. Есть специальные навыки, которые достаточно сложно тренировать одному, которые лучше тренировать в паре. Это момент схода с трюка. Понимание, как партнерша соскальзывает по партнеру, как он отпускает ее. Момент вращения корпуса и сопровождения им партнерши в различных змейках, в различных витлерах, когда она переползает по нему. Всевозможные контрбалансы, понимание, как мы входим в него, чем мы можем его усилить центром тяжести, разворотом корпуса, рукой. Это лучше тренировать в паре. Но если вы уделите время тому, что я говорил в начале, вы сможете исполнять трюки достаточно легко. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube, помучайтесь над этими упражнениями, вы обязательно оцените эффект и пользу от них. Ну а если у вас есть вопросы конкретно по исполнению каких-то трюков, которые у вас не получаются, обращайтесь. Welcome.